столице Коми продолжается продажа той самой рыбы Камчатского края. Производитель привез в Сыктывкар более 20 видов продукции. Попробовать морские деликатесы отправилась Дарья Волокжанина. Сочная чавыча, форель, омуль и зубатка. И это еще далеко не все. Холодное копчение, слабосоленая и вяленая продукция. Зимой особенно важно следить за здоровьем и насыщать организм необходимыми микроэлементами. Рыбка вся готовится из охлажденного сырья. В ней содержится очень много микро- и макроэлементов. Рыба доставляется в Сыктывкар напрямую из Петропавловска-Камчатского. На прилавке не только морские деликатесы, но и океанские. Белорыбицу еще не пробовала, хочу попробовать. А чавычу уже несколько раз брала, очень понравилось. Успейте попробовать ту самую рыбу Камчатского края в Сыктывкаре до 27 февраля в торгово-промышленной палате Коми с 10 до 19 часов.